Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и Only First. Всем привет. И мы продолжаем играть в Dead Island Riptide. Я просто, знаешь, такой смотрел. Сразу же смотри, да, да. Что она чудит. С самого начала вот этого джера. Так, что это такое? Сразу на меня туму навела, карга. Все нормально. Так, давай сразу мы монетизируем что, все, что у нас есть. Так, электрошторм, катана. Так. Модернизировать все, у нас все по максимуму. Так, ну что, пошли. А нам наверх, да, сейчас нужно будет. Я пока разведаю, что тут и как. Я отремонтирую. Пошли. Я уже наверху. Так, алкоголь есть в сейфе. Проберитесь в дом. Так, алкоголь. Зомбик. Быстренько. Да, как-то мы. Тут ничего нет. Так, дорогое шампанское подобрал. Так, ну что, я в эту сторону пойду. Разведаю, что у нас тут есть. Так, чтоб тебя. Так. Сюда. Походу сюда. Так, ладно, давай бежим. Походу, да. Так, давай. А вот тут что? Тут ничего. Значит, сюда. Так, ну, я открыл, все, забрал денежку. Отлично. Так. Почтовая открытка. Спалание номер 7. Подобрал. Включу фонарь, почему это я не экономлю тут свет? Батарейки-то у нас не резиновые. Так, ну что, сюда никак, да, не пройти? Да чё-то я не вижу прохода. Так, ну в принципе мы тут зомби убили, облутали, можно идти на само задание. Так, 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 а так. Куда? Так. Да, да, я просто искал как раз вот это задание. 24 метра. 24 метра, да. До чего? Да, ну мы пока облутаем к заданию. Да, не к заданию, а это, наверное, к верстаку. Так, ну сейчас давай смотреть. Тут вроде вообще по карте. Нет. Тут у нас пишет выход, если сюда, но тут закрыто. Да, карта недоступна даже у нас. То есть вот такие вот лабиринты у нас сейчас делается. Я так, не знаю, куда нам идти. Ничего, сейчас разберемся. Так, это в принципе не самое трудное, что нам попадалось. Тут ничего. Тут эти двери нельзя открыть. Эти так, тоже. Ну, так, смотри, направо. Вот сюда. Да, тут, пошли. Туда направо. Так. Сюда. Угу, тут можно ничего, сюда, тут можно ничего. Туда вниз. Так. Я думал, там зомби стоял, но нет. Нам вниз. Там мы. Да мы же наверх поднялись. Угу. Нет, ну значит вниз нужно опускаться, по сути дела, теперь. То есть. А ну, внизу же... мы тут облутали и... Не, ну то, что внизу даже прохода не было, нам нужно сюда наверх подниматься. А тут я... Ну, так, если ж ты видишь, что нету прохода. Ну да, ну снизу-то тоже нету. Да, ну то же самое, какая-то кухня просто длинная и все. Это тут хотя бы более-менее, знаешь, можно разобраться. Так. Так, тут ничего нету. Фрукты, зато облутаемся сейчас. Потом, по сути дела, оно как-то и найдется сам по себе выход. Чё-то я его не вижу. Так, ну ладно. Сейчас. А ну беги за мной, я вижу. Так, тут можно? Нет, тут нельзя. Тут тоже. Да тут вообще выхода нет. Да, тут, по сути дела, нам нужно что-то конкретно сделать. Ну вот, тут единственный выход был вот сюда, вот сюда. То есть подниматься наверх. Ну да ладно, пошлите вновь наверх. Наверху же нифига нету. Да, и по сути дела, ладно. Давай я разделимся, немножко поищем. Давай. Так. Может рычаги потом... какие-то нажать нужно? Да, рычаги нужно искать, потому что, по сути дела, ничего тут нету. Ну я лично действительно вообще нифига не вижу. Так.
Тут все двери, даже к ним подходить не нужно, оно уже нарисовано, что можно ее открыть. Mm-hmm. А вот тут вообще нифига нет. То есть все закрыто у нас. Воу. Вот тут так. Выход, ну выход, как же нам выйти? Да. Так подожди, значит, что-то рядом с этой комнатой можно сделать. Если бы. Да. Да, печаль, беда. А, и как? Куда? Даже сейчас не знаю, знаешь. Так. Я просто не понимаю, куда нам идти. Мы же сюда зашли и все, больше у нас даже выхода нету. Вот, смотри, за дверь. Пошли. Так. Куда за дверь? Мы отсюда пришли. А, я тебе говорю, нужно что-то внизу конкретно сделать. Ну внизу же я все там облутал. И сейчас еще раз облутали. И в принципе больше ничего нету. А, ну, нужно искать, значит. Что ж по-другому-то делать, если не искать. Давай так. Отправимся назад. Да. Я просто посмотрим, что тут. Может, залагало что-то, хрен. Да, город мертвых. Я. Много у нас. Или нам, знаешь, просто не сюда нужно. То есть мы же не могли найти выход в доки, и мы зашли в этот дом. То есть нам, может, даже не сюда здесь нужно. Я уверена. Вот, да. Слышишь, здесь я уверен, она что-то говорит. Да, ёлки, сразу же зомби напали. Проберитесь в доки. Так. Ну. Тогда. Нет, по-любому нужно было сюда. Так. Вот тут. Там дверь какая-то, но вот. Нет, тут все закрыто, бро. Поэтому. А, вот есть проход. Иди сюда за мной. Где? Иди за мной. Какой проход? Просто мы же оттуда пришли. Ну правильно, сейчас будем в другое место идти, а ты мне что-то другое предлагаешь, я просто тоже хочу. Что-то. Да не знаю, куда нам идти. Так. Ты что, умер или что? Ну да, только что был. Угу. Потом вот эти вот все оружки, которые понабирал, попродаю. Я нашел проход, да. Какой-то. Так, я понял. Я ж тебе и говорю, что может быть. Так, ну что? Нужно теперь как-то вылезть, что ли? Значит, нам вообще не туда нужно было. Это просто обычный дом, знаешь, где лутать что-то. То есть мы туда могли даже и не заходить. Да. Ну да ладно. Интересно, почему это место называют восточным шлангом? Сейчас. Может, на карте оно похоже на шланг? Ага. Так. Есть. Вверх. Да, вот еще два противника. А, все, ликвидированные. Придется искать другой вход. Ух, что это за кабан. Придется искать другой вход. Дивуля, ты походу... Отлично. Вы да. Реально просто решили, знаешь, прикольнуться с нас. Да, просто хотели взять и тролльнуть нас в полной программе. Через так, это. Ну смотри, можно через ящики, да, наверное? Ну, наверное. Потому что оттуда справа мы пришли, да? По сути дела. Ты там идешь? Нет, подожди, теперь иду. Да твою, это крикунья или кто это? Крикунья? Так, я ее бью. Ты обнаглела, девушка. А ты что, прикалываешься? Тише, 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 тише. Не паникуй, сейчас убьем, все. Фух. Жаркие, да? Главы начинается последняя. Да чтоб ее, да? Власти явно. Так, ну что, вот мы и добрались. Просто не знали, с чем они ее делали. Так. Так, я его бью сзади, в принципе, все. Нормально. Ух. Кто там? Что это такое? Да, а, это этот, помнишь, самый такой тяжелый. Титанчик. Их там твой, мать его. Так, ну с этими мы быстренько, с катанами, расправимся с ними. Да, в принципе, все завалили. А вот с этим сейчас? Да нет, ну с этим мы быстрее даже. Оу, ребята. Так, аптечку использовал, пришлось.
Так, спокойно. Так, еще нам кто-то... А, нет, это ты стрелял. Так. Так, отлично, отлично. Спокойно, чувак, куда ты идешь? Бей его, пока он не видит. Так, привет, бро. Он не знает уже, как заворачиваться, по сути. Да, жены спрей разубил. Хотел уже его добить, но... Получил то, что получил. По голове. Так. Кавабанга. Здорово, бро. А, е-мое, у него совсем не так мало жизни, как я увидел. Смотри, мы ему по 2к урона делаем, да, и все равно. Смотри, сколько он держится, да? Ух. Да. Так. Да твою ж. Сейчас я его добью уже. Тише, 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 своей напухшей ручкой не махай тут. Нам-пам-пам-пам-пам-пау. Ё-моё. Чё он там? Да-то завалил меня. Не дергайтесь, гад такой. Я вам помогу. Спасибо. Так. Слушай, ты... А. На. Так, всё, замечательно. Вари. Фух. Жирный капут. Так. О, а сейчас? Ну что, нужно как-то потушить. У кого там дымит? Так. Все. Хорошо. Так, так, так. Смотри, в палатке просто какие-то оборудования стоят у нас. Но мы их использовать не можем. Странно, что они до сих пор работают в постапокалипсис. Так. Так. Да, вот так вот и лежи. Так, и тут нужно другой выход искать, да? Ну, что-то такое. Так. Это просто... Эти другие выходы... Ходы. Так, я вижу. За мной беги. Нам нужно вниз. Нет, нам не сюда. Почему не сюда? А, нет, сюда. Новый уровень. Вот, доки. 13 глава. Это последняя, да? Да. Во имя всеобщего блага. Как-то мы быстро прошли 12-ю. Или она такая... Нет, мы просто на нервах не заметили даже. Во имя... Ну да. Так. Ну что? Спускаемся. Начали. 13-я это последняя, да, у нас, по идее? Ну, вроде да, 13-я последняя. О, смотри, сколько тут патронов нам дают. Так. Сразу понятно, что... Да, будут... Что тут у нас? Жесткие замесы у нас. Перезаряжаемся. Так, в принципе, все мне перезаряжено. Магнум перезаряжен. А дробик не заряжен вообще. Так, сейчас... Ну, что это назовно тяжелый? Смотри, нам сюда, если что. Так, я понял. Ну что, поехали. Я готов. Где моя катана? Так, это уже проблема, если нету катаны. Есть, вот она. Так, 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 пошли. Спокойно, потихоньку. Мне бы отремонтировать ее было бы вообще отлично. Там а раз... сколько там процентов у тебя? Там почти ней... уже... Сломалась, да? Нет, я ремонтировал постоянно, и поэтому все нормально. Так. Но ведь лабиринты. Да, какие-то. Mm-hmm. Вот тут отремонтировать можно. Так, сейчас. Да. Я тоже поремонтирую. Ну, для начала убью зомби, пока ты тут все. Да. Смотри, с первого удара. Так, уровень умений 5. Я уже 6 зомби тут за пару ударов убил. Все, можете идти ремонтировать, я разберусь. То есть пост дал, пост принял. Так, отремонтировать. У меня 16% как раз было, представь, в катании. Так. Ну теперь еще больше урона будет. Все это дело сейчас мы соберем.
Подожди, тот же денег-то что? Куча. Нельзя терять такое. Угу. Все, теперь можно бежать. Я тут. Тут как тут. Сейчас босса. Ух ты. Один звук, да, только что стоит. Так, может коктейльчиком можно было закинуть, было вполне уместно. Ух ты! Да твою же! Она меня напугала еще! Понял, подхожу к ней близко, она вот так вот на весь экран как рявкнет. Хороший, отдыхает. Ну че? Ты где? Ну я с тобой. Тут что-то. Так. Нам налево сейчас. Так, да. Тут есть вообще какая-то кровавая комната. О, как и. Ух ты. Так. Я сейчас. Бычара. Так, ну сейчас мы его быстренько. А почему-то шокер на него вообще не действует, заметил? Охренеть. А знаешь почему? Потому что он в железе, да, весь или что? Что ж там? Так. А ну пошел вон. А он очень боится огня. У него очень большой урон от огня. То есть я сейчас возьму. Замечательно. Так, быстренько мы с этим справились тоже. Отлично. Так, сзади ликвидирована цель. Еще один. Минус. Мы просто их на кусочки сейчас рубаем, заметил? Так, ну что? Так. Да, теперь ну, бежать на задание нужно. Так, 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 так. Кто-то там горит, заметил? Сзади. Цель. Ликвидирована. И этот тоже ликвидирован. Ух ты, как меня-то убили. Ничего себе. Убили? Да. Нет, ну я сейчас-то прибегу, но... Просто факт в том, что они большой кучей напали. А я как раз стоял спиной, потом, когда повернулся, уже было мало здоровья. Так, побежали на задание. Опять тут. Отойди. Да, я понял. Так, я беру сразу автомат, он его тоже боится. То есть урона очень много. Отойди. Так. Все, просто отойди и жди. Угу. Смотри, все, он горит, теперь можно. Смотри, как от автомата, да, урон вообще. А-а-а. Отойди, сейчас взорвешься. Нет, он взорвал уже все на свете. Говорю, взорвешься. Нормально все. Я окажу вам первую помощь. Так, все. Смотри, сколько тут оружия. Так. Я взял новую. Какую? Да, смотри. Такой. А, дробовик? Надежный короткий дробовик, что ли? Нет. А, у меня такая есть. Я просто сделал. Так, ну все, у меня патронов по максимуму. Так, тут все отлично. Так, на катану переключил. Что? Такая есть. Смотри. Угу. А, это у тебя М16. Ага, такой нет. Я понял. Ну да, там больше такой нету. Ладно, пошли. Тише. И спали у нас стоит зона. Да, да. Сразу же избил. И это пятки, 85-й левел. Еще один. Так. О, еще одна такая, смотри, если тебе нужно, бери. Так, где? Ага, вижу. Конечно, нужно. Почему отказываться? Так, я сейчас даже сразу вместо этого умения можно, смотри, прокачать. Тут дробовики новые есть, если нужно, бери тоже. Да. Так, у меня практически все умения изучены. Но если я возьму сейчас рюкзак, зайду, я хочу, собственно... Так, нож... Побежали? Да, в принципе, можно. У меня пока оружия достаточно. Тюрьма какая-то или что? Сейчас посмотрю. Так, тут можно отремонтировать, если тебе нужно. Да, нужно, конечно. Там уже на нас охота идет. Так. Нож. Все, ну, в принципе, больше ничего не нужно.
Пошли. Сейчас, отойди. Угу. Не иди туда. Вновь наш друган идет. Какой? Ну, этот, да, огромный. Ой, ничего себе, у тебя персы, да, вот это? А. Огромное. Давайте, детки, к папе. Ух ты. Замечательно. Так, отлично. Потому что катану тоже не хочется портить. Так, тут сзади где-то были патроны, сейчас я подожди подберу. Так, какие они тут были? И, ну да ладно. Угу. Так, с прибоем задание обновлено. Нам нужно добраться к грузовому лифту. Ну потом, как всегда, да, грузовый лифт, наверное, поломается. Ну, 100%. И мы все вручную делаем. Тише. Кто это? Тут громила, слышишь? Вновь. А то что это такое? А, это танк вот этот вот. Ну, давай, иди. Так, так. Все замечательно. Побили. О, тут. О! Такой маленький, а сколько грохота, да? Надела. Так, модернизировать. Так, не имеет смысла сейчас это все делать. Все, пошли. Ай. А что ты там поставил специально, да? Да, в принципе. Все, пошли. Так. Отлично. Ух, так, использовать. Ну что, ломайся, грузовой. Да ты еще не сдох тут. Да давай. Заходи же в него. Да он еще не открыл. Не, ну все равно заходи. Ничего не ломай. Ну как всегда, да. Да. Так, ты что, вниз, да, туда? Ну, ушел. Как-то. А я умер. Здесь настоящий ад. А, нет, не умер. Так. Тут винтовки, если нужно, бери. Патроны. Так. Потому подожди. Что уже финальное. Да-да, что-то будет сейчас жаркое. Так. А что нам нужно, что тут написано? Обыскать лабораторию. Автоматическая винтовка. На зараженных они не похожи. И трупы все еще теплые. Отлично. Трупы теплые. Угу. Ух ты, сколько тут патронов. Что нам нужно? Угу. Обыскать лабораторию. Так. Ну что, наверх? Да, наверх. Чарую наверх. Или нет, не наверх. А фиг его знает, куда нам? Нет, наверх, по сути дела, да. Нет, обыскать, видишь, да, в стеклянном квадратике, но сейчас, в принципе, можно и наверху все это дело сделать. Так, ищи цель внутри, посвящен зеленой области на мини-карте. Ну понятно. Что конкретно нам нужно найти, чтобы мы знали хотя бы, да? Ну да. Смотри, включить. Возможно, вот это вот? Давай. Ага, вот. Нет. А что это такое? Так, нет, ну это огонь, ну понятно. Так, ну а что конкретно нам искать? Ну да, даже не сказали, ищите. Что искать? Ну не знаю. Карта. Обыскать лабораторию, просто обыскать. Да. Ищите цель, ну. Я ищу рычаги всякие, может, друг. Да, давай попробуем. Так. А фиг его знает, если честно. Я что-то вообще не догоняю. А мы сейчас проверим. Возможно, запустить эти баллоны, нет? Да, вряд ли. Так. А, во! Судя по записям, первую партию оборудования есть, да? Сюда доставили за несколько недель до эпидемии. У них все было спланировано. Они выпустили вирус, а потом сидели и смотрели, что произойдет. Мы явно на месте. Ничего себе, да, ребятки. Видимо, на этих людях испытывали противоядие. Печально, в общем, да? Противоядие подействовало. А точнее, ни хрена не подействовало. Карлу, прошу,
Не надо этого, я а это откуда тут все взялось? То, слишком далеко. Постарайтесь это контролировать. У вас сам в шоке. Но всего этого не должно было случиться. Помогите мне это уничтожить. Похоронить все это. Они больше не должны это использовать. Надо помешать им повторить то, что они сделали с Полонаем. Хватит. В каком смысле? Это их рук дело. Эпидемия на Полонае. Это они виноваты. Испытывали биологическое оружие. И мутаген. Он нас всех уничтожит. Вы не сможете это контролировать. Это будет контролировать вас. Можно принять противоядие. Неужели не понимаете? Противоядия нет. Меня поймали, когда я пыталась проникнуть сюда. Испытали на мне мутаген, не зная, к чему это приведет. Они не знали, что у меня иммунитет, как у вас. Смотрите, в кого я превратилась. Я всех их убила. Мы не сможем это остановить. Надо все это уничтожить, пока оно не уничтожило все. Карл, мы можем это контролировать. Покинем остров, и нам помогут. Помощи не будет. Нам не спастись. Никому из нас. Мы слишком опасны. Распаниковалась. Нам никогда не покинуть это. Никогда. Еще сейчас против Карл, нас будет. Нет. Да, я понял. Придется ее уничтожить, к сожалению. Так. Ух ты! Да, ни хрена себе побища. Так, а она. Так, смотри, 12 тысяч урона. Было. По 6 тысяч урона я ей только что давал. Вот. Ах, бабища. Добивай ее. Я понял. Так. Если вы не отступитесь, я приму мутаген. Ну понятно, она примет это и превратится в какого-то супер мутанта, да, потом? Мира. Вот видишь. Оу! А, и сейчас вылезет оттуда с кем-то. Да-да-да. Красавица. Да. Оу. Здрасте, ё-моё! Оу, иди ты! Дивуля. Ё-моё, ты посмотри, ты. Ёлки-палки-то. Ничего себе. Так, ну огня она так не сильно боится. Охренеть, сколько у нее жизни там. Вы с ума сошли? Так. Отойди, от... Ё-моё. Так, сейчас я приду. Уедем еще и как. Да? Ну да. Так. Ты еще просто не знаешь, на что мы способны. Так. Пум-пум. И патронов нету особо. Чё, ну что, ты? Опять примет или эволюционирует? Да, она человеком стала, да? Нет. Еще хуже. Ё-моё. Ни хрена. А у нее опять все жизни. Охренеть. Нет, нет, она просто побольше стала, смотри, да, походу? Ты зараза. Не, ну это понятно, но нас тоже, по сути дела. Сколько же она приняла? Да, она слабоватая какая-то, она тоже бросается коктейлем молот, ничего себе. Так, взять мутаген нужно, слышишь, забрать. Я бегу, бегу. Давай. Нам нужно опять, нам нужно самим это принять, мне так кажется, что-то такое. Ох, будет весело, да, сейчас не чувствуется? Всего один, только один. Да, принимаем, да? Иначе мне ее не остановить. Да. Я держу себя в руках. Харлоу ошиблась. Ага. Конечно, справишься. Волнуйся. Ну что, какие у нас суперспособности, как думаешь? Так. О. Смотри, X1 есть, да? Почему? Да, можно мне бросаться. Пуляйся. Чем? А, ну, ты понял. Копьями. А, у тебя нету такого? У меня, видишь, криты. По 10 тысяч криты. Смотри, все, я ее убил. Там еще бегут, видишь?
У меня какая-то, понял, штучка. Смотри, что я чудю. Как у Человека-паука, понял, паутина, только у меня копья какие-то. Ух ты. Смотри, смотри. Да я их быстро убиваю, смотри. Да. Так. Сзади. Мы справились. Так, еще можно. С одного удара. Да, да. Знаешь, сколько мне дало опыта? Да, да, хрена. 762 тысячи. Прикинь. Так, что дальше? Да ты еще жива? Давай спустим ей кишки. Какие вы добрые. Как нормальным будет, да? Весь мир. Так, ну что, мы вновь выиграли с тобой. Извини, Харло, но сдаваться я отказываюсь. Так. Я никогда не сдаюсь. О, да. Надо уже найти этот чертов корабль. Ну, мы оказались в этой битве сильнее, поэтому пусть она идет лесом теперь. Да, так, как нам перебраться туда. Ну что, смотри, пошли за мной. Нам сейчас вот так вот по данной аудитории вверх подниматься. Так. Тут гости. Так. Тише. Вот так вот. Ну чё, да. Ух, да вы чё прикалываетесь? Что там? Да опять этот. А, громила? Спокойно. У тебя есть там мины или что? Да, сейчас посмотрю. 3961 крит плюс, прикинь. Так, ты. Это ты у неё забрал? Штучка такая. Так. Ты меня оживлять не забывай, ты же тоже можешь. А, да, я точно её забыл. Я просто был занят ним, не думал, что ты умер. Так. А есть у меня какие-то мины, но... Массор с дробовика. Ууу, чисто случайно попал он. У меня гранаты есть. Так, ну что, можно прокачать вот это вот все. В принципе, катаны будет намного эффективнее. Так, подожди, куда это я забрался? Да, не сюда. Всё, я его убил. Да? Так, ну что, пошли теперь на задание. Нет. Еще наполовину пролез так, но... Ага. Так, 35 метров. Нет, не умер, да у меня же опыт. Это еще один. Оу. Отойди, давай, сейчас короче. Гранаты буду кидать. Давай. Куда ж ты, дерьмо, за мной ползешь, смотри. Отлично, смотри. Его просто бомбит, он весь горит. Так. Кстати, ты заметил, сейчас шокера нету на наших, да? Ну, это босс, походу, поэтому... Да. Всем нужно перевести дух, по сути, всех. Так. Лежать. Так, ну что? Обыскать. Бла-бла-бла. Обыскать. Так, замечательно. Так, ну что, ты где? Через куда окно. Ты полез? Отлично. А сейчас? Так, ну а сейчас искать нужно нам определенный объект на миникарте. Да. Так, ну что, как тут? Ага, через ящички выйти можно, да? Ну, наверное. А что нам нужно найти? Смотри, нам бы вот этот вот катер. Да так и есть, спустите катер на воду. Ничего себе, экстрасенс. Так, ну наверное же нужно спускаться, правильно? Да хрен его знает, что нам нужно. А, тросы, собственно, не развиваются.
Так. Сосите катер, такой бух трос разбил. Все упало. Так. А, нет, нужно где-то рычаг, что ли, искать, чтобы вот эту вот машину, ну, да, вот этот вот кран, который опускает. Здрасте. На той стороне. Да. Минутку. Наверное, это где-то здесь. Да, ну серьезно. Что, нету? Да, да не, все. Так, а, быстро переместиться. Вот, я уже тут. Читер. О, какие люди. Конечно. А как они вообще тут, знаешь, берутся? Тихо, тихо, тихо. Да, теперь говори. Знаешь, типа, как они вообще тут появляются? Они сидят там в лагере, мы вот тут до чего-то дошли, они сразу вот тут. А вдруг они за нами следят? Ты просто не знаешь. Пропускать нет? Да пусть играет. Все равно опускается. Так, ну что, заходим на корабль, пропускай эту билиберду. На катер, точнее. Так, заняли с прибоем. Поднимитесь на борт катера. Покинуть остров. Билет в один конец. После запуска катера вы и ваши друзья навсегда покинете Паланай. А эта история завершится. Если у вас остались законченные дела на острове, сейчас последняя возможность их доделать. Готовы ли вы покинуть остров прямо да, сейчас? Да! Ну что, да. Финал? Не бросайте меня! Уроды долбаные! Вернитесь, долбаные уроды! О, а сзади друзья? Так подожди, это наши друзья типа превратились, да? А хрен его знает. Смотри, ни хрена себе, как он ему мазал. Вот так вот. Все это мы прошли или еще сейчас финал? А, ну, не, ну сейчас давай посмотрим. Мы уматываем, типа. Сматываем леса. Смотри, да, что чудится. А, это в тот дом, где мы были, они прорываются. А, это кинотеатр. И сейчас вот эти... А что это их... Почему это всех едят, я не пойму. А почему мы их не забрали, как бы? Да, почему мы их не забрали, вот что. А, можно было бы, наверное, закончить, да, это все дело. Ну, там написано было незаконченные дела на острове. Да я не знаю. Ну, по сути дела, они всегда за нами шли сами. А, нет, вот, видишь они. А, да, вот они, точно. Спасибо, что вернулись за нами. А, видишь? Простите, что я сомневалась в вас. Как самочувствие? Хорошо, док. Лучше некуда. Голова чуток болит. А так я в полном порядке. Этот Серпо, да. Он нас больше не побеспокоит. Как насчет Харлоу? Мы не смогли ей помочь. Да, она решила остаться. Все? Да. Ну что ж, друзья, это финал. А, сейчас, сейчас, жди. А. Следующая же часть будет в Калифорнии, Dead Island 2. То есть, по идее, чума должна и туда добраться. Отдельное всем спасибо за вашу огромную поддержку, за ваши лайки. Они нам действительно очень помогали, и это был большой толчок к тому, что мы пилили очень много серий в день. Ну и вылаживали их долгие, ежедневно. Да, да, и долгие серии. Ну что, для вас комментировал Эдисон on the First. Всем удачи, всем пока, ждите новых кооперативов. Всем пока.